Продолжаем завтрак 5 июля. Вот и у нас. Повтори это, что пока не сидят, они будут там сидеть. Не наклоняйся, Миша. Вот идет сахар, наказанный. Так, не просыпьте. Из мешка таскали это сахар, вот им дали сахар, чтобы все съели. Что ты морщишься, Андрей? Тарасин с удовольствием ест. Вот на хлебушек накладывает. Вкусно, да? Молодцы. Давайте ешьте. Стоим за место масла сливочного, майонеза. Вы слышали, есть такая болезнь сахарная, называется сахарный диабет. Так вот по-гречески слово «ди» означает «два», а «обед» — это «обед». Два обеда сахарные, вот такие вот. Щеки вот такие, глаза от жира выкатятся, написано. Без страха уточняет себя. Вот два обеда диабет, сахарный диабет, лечим. Надо додуматься, проковырять дырку, сыпется на пол, он в это время на язычок маленько возьмет. И вы дадите мне обещание, что никогда ничего нигде воровать не будете. Никогда. Тем более у нас что есть, это все наше. У нас за дверями никто ничего не прячет и не ест. Ты чем занимаешься, Кирилл? Не пойму, что ты тебя крутит-то так? Сестренка твоя показывает, ну ты обслуживай как следует, отвернулся. Демонстрируй свою непокоримость. Ты ломай себя, ты, иначе другие тебя рога будут ломать. Подать просит кружку, ну, махни рукой. Дежурный, махните ее рукой. Ну как они? Если надо чаю, еще им чаю дать. Налить там. По-моему, чая не хватает. Тим. Рося, не отвлекайся. Девочки, чей платочек валяется у вас? В наш лагерь приезжали разные люди. Представьте себе, профессора психологии. Специально. И они видят вот такое наказание. Отец спрашивает, где вы этому учились? Именно по сахару. Желаете, я им дал. Я нигде не учился, я молился. Вчера не дал наказание это. Сказал сахар по стакану, а дальше я не мог сказать ничего. Это я уже вечером на молитве передо мной открылось. Значит, пересадить отдельно. Здесь, чтобы они ничего не имели, на одном сахаре сидели. Хлеба в волю, воды в волю. Сегодня помолился, у меня как утверждение какое. Это самое правильное решение. Никакое это не издевательство. Они воруют, а я вору, говорю, воровать не надо, тебе даром отдаю. Как Антоний Великий. Я ему помогу. Дырку еще шире сделаю в мешке. Ешьте, пейте. Ну вот так. Так, не забывайте, кто землю сыпал здесь, каждый день мыть столы. А Тарасю, который на скамейку насыпал, мыть на другой кастрюле скамейки. И минут по 20 каждый день вы будете дуть пыль с полена. Сыпать и дуть, пока глаза не запорошатся. Я делаю все, чтобы вы делали то, что вам нравится, но открыто.
когда на полено насыпает, 10 раз присядет, дунет, его не видать, курили. Второй раз насыпает, третий раз, второй смотрит. А ты дул? Нет, ну просто насыпай ладошкой. Я, говорит, убрал. А Тарасе ладошкой насыпет, ладошка уберет. Вот это называется адекватное, соответственно, преступление. Вот еще допивай, то пойдем. Сейчас поедите, мы пройдем маленькую тренировку.